See, never when your body is bent over like this. Не нужно петь, согнувшись в три погибели. Also, your mouth should not be too open. Также не нужно слишком широко раскрывать рот. And the tongue should not be stretched out too far. Не надо слишком сильно высовывать язык. Now something very important for us. И следующее наставление очень важно для нас с вами. While singing, one should not look on one's own body, and one should not stare at the body of others. Во время киртана не нужно разглядывать свое тело и не нужно пялиться на тела других людей. I sometimes see this in the kirtan mela in Mayapur. Devotees sit there, and then they know. Oh, the devotees from Russia will come, or the devotees from America will come, and they always look, who's coming, who's coming. Я наблюдаю иногда за этим во время киртан-мела в Майяпуре. Преданные сидят, поют киртан, думают, так, сейчас будет петь какой-то преданный из Америки, теперь будет петь преданный из России. И они смотрят по сторонам и разглядывают друг друга пристально. And then, Saint Lucas, when you sing, you should not think of any other thing that the matter. И затем святой Лука сказал, когда ты поешь киртан, то нельзя думать ни о чем другом, кроме того, о чем ты поешь. Услышав эти наставления от святого Улуки, мудрец Нарада применил их на практике. He mastered all the musical tunes. Он изучил все музыкальные лады. And when he sang so much out of love that the mountains were melting. И когда он пел, то пение его было настолько пропитано любовью, что даже горы плавились. It is said that he was invited into the presence of Radha and Krishna. И затем Рада и Кришна позвали его. And as the great saint sang with tears of love from his eyes, when the great saint sang with the tears of Narada Muni, the tears of love in his eyes, the body of Krishna melted and became a sacred river. И когда в присутствии Кришны Нарада Муни стал петь, исполнившись любовью, то Кришна, слыша это пение, растаял и превратился в священную реку. So, I wish all of us that we can learn kirtan like this. Я желаю, чтобы у всех у нас с вами получился такой киртан. Srila Prabhupada would say, there should not be so many techniques. Srila Prabhupada говорил, не надо сильно заморачиваться разными техниками. Priti Purvakam, he said, with love. Он говорит просто, Priti Purvakam, с любовью. Priti Purvakam, not hegnet. Hegnet means dry. Это не должно быть сухим, пение не должно быть сухим. So please let us all turn in gratitude to Radha and Krishna and sing their holy names. Давайте же сейчас все с благодарностью в сердце обратимся к Раде Кришне и будем петь их святые имена. Hare Krishna
Krishna, Krishna, Hare, Hare.